Moldovan veda posatolson. Tolstoy Milli Televizya deşmavi demonalar. Tolstoy paytaxtlan Konada de hangomi vakti saat. Азизабайон Янховун. Рук бубу я йол, днюада харгла халги глай нушона шестеки, ав айде ба халгон хаммай. Маве ки харгла халг, хежо навейда бушта авлодун. Шта рах риша. Харгла халги днювинде монада хастин бавун неза халгон. Хастин жагу халгон ки, авон хамсиян бубун деянд набонан, Хамо халги хошеш омедани чай. Амма чехар гла халги хестеше генетик нескияти дешта хамсион, янки чавонку ведиарожия халгон. Малхас халги я хошеш омеда джоглай халги ку, башта незнедай. Янки хошеш омедани чай, башта незнедани ай. Чай масалон вейни бандин ба генетика. Авон хар гла халги тахтал шурада гойм гойми ништан, хар шариотада бегули кардедан штани. Чома азизон? Шома йодадай ки хайли чами банав гапам жабе бошма толшон иян тарконь хахада. Вотамбе ки толшон баштане знеданин тарконь. Диамака кон ки и довлати таркибада жиеданде авон. Чему ману амеки толш хич вахти нез азани башта тарки. Хаман ио сахан чайку шедани ки таркон чокин я бевач. Ам гирд джо масалае. Чама де таркон иджона жимони ману аме. Авон бэ замин ома ружику ба даспочан ки мах бэкан толшон. Аманан ба харакотимон ки ного бадамон штани. Чатин жи гоглай шариотада толыш нез бызны башта тырки, ам мүмкюн ба ко ни. Чама хоса халг. Аз ныштабим Толстони Милли Телевизия студияда ышта кабинетада. Ба но пегатбим ыштан башта чы масалон хахада. Чама сипириш омай даше бачымы кабинет. Вотме бай ышта кали назарон. Вотем ки ниятам хысте бенезони габ бжанам бо чама халги чумон хахада. Чума сыхани манде чума габада. Сипириш ижан даражияй чай чашон пегелайн, аз ки вискишон дой ба игав вотшебам. Лейла Додо, бо чи да пьедани ки глай йола серия беше монон хаср бкай ба мавзу. Охо бачама халги лозим ба масалан хежоме.
Охо ама хежо пиамоне умутамоне масалон. Ты б навони габжай толушон ян туркун хахада. Лап, чок. Бочи бас пьедани габжане, че толушон ба джо халгон мносибатон хахада. Бочи габжай даниш б мвзуйон хахада. Толушон ян урусон, толушон ян фарсон, толушон ян эрманион, толушон ян гирджион, толушон ян дегстони халгон. Мелхас толушон ян чама хамсион вайна мносибатон хахада, бочи габжай пьедани. Чиче боштештани марагинин мвзуйон. Мамуле вотме бай. Амон халбата марагина масалонин. Интаси аз тарседам ки знаем нарас бо ам масалон хаммай изох кардеро. Хич ма тарс, чум азиза кина. Джавобыш дойси пириши. Иминнаниш аве ки та агалмандиш хаман саводиниш. Даминнанишан ме ки бас аз чичон амио. Ама чичон амунио. Аз эса габ бажем бота б масалон хахада, Тынан захмат бэкаш, бросынын чымы сыханун бачама халғи. Бойжи го бэкамун. Ома хафта иминаружи габ бэжаниш толышон ян урусон хахада. Ва омадан габ бажанеш манда мвзуйон хахада. Ама де урусон бинош карде башта сыхани сипириши. Мансубимон ба игла хэнда Аврупа халғон хэйзони. Своема бы хейзони айдин славянон, германон, романон, романи халгон, кельтон, албанон, эрманион, юнанон и анджо халгон. Амма чама урусон ку фаргмон авеки, амма хаман че Кавкази Каспий региони бнайния халгон глайнимон. Хаман иони хич гла зидият. Амма знедамон ки, Чама региони кали бнайния халгон, масалан фарсон, джо иронжон, эрманион, хэнда Аврупа халгони. Хама хэнда Аврупажа халгон габ жайдан баянды авлуда звонунада. Мадам ки ама габ жайдамон толушон ян урусон хахада, бой назар сагандамон бунамон авлуда сыханон хэстин яне чама звонунада. Бабахшан мамуле, йола шахати кардедам. Нимада угадетам шума сахани. Интаси шума знедашон ки аз эштан звон шуносим. Хаман германистим. Чыма тарсыме ки шума мавужи саф нойдашон ампарси. Толуша звони иян хама ханда Аврупа звонон лугати таркиб хаммай авлоде баянды. Чум чко чавон хаммай аждод ие. Ама эса азвонун кали фаргон додан баянды мгои сада. Бама жиго омеда ки парси жиго бномун ханиян чок бабе. Толуши иян уруси звонада ба авлуда сыханун не. Хама ханга сыханун пайдо бакамун. Ам ханиян айони суратада избуд бакаш маназари. Ха башта агли хейран. Чума речина кина. Жаво бэш дой си пириши. Роство те даш, бой пайдо бэ камон се чо гла жаго сыханон. Мадам ки тэ звон шыносиш, захмат бэ каш пайдо бэ ка жаго сыханон. Ама бином карде мэ башта сыхани. Урусон воте дан жена. Ама воте дамон жен. Ба вишамойнан воте дамон ала жен. Чама мердон башта хамро овардеада, бай вотедан жена. Жен асыл толуша сыхане. Чайо урусон волк вотедан ба нечи. Ама вотедамон вах. Миона толуши звонада ам сыханышон вота варх. Росте, ама эса вах вотедамон. Ама чама кали топонимонада, тиранимонада, манда асыхан. Масалан, варгадиз я устороада ба вагади. Варгадизи мануан бвотам бошма. Варг нечие, диз гала. Яне ваги гала. Чума таклифаме ки буан эфиди бо макамонде терминон.
Чмызынайку вас кардедан амсханон. Бывырада сипириш дама бе вотыше. Чмабала. Ини вахтада хамба ханда Европа дынё, хаман ба Гавгази дынё мансубати бачама марзада жия халги дода хасуси глай малахат. Афханиян гянджин кардеда чама фарханги чай фафо, чай длатони алами. Пьедаме ханиян кали чион бавотан бата. Русияда кали но пока одамон, джур ба джуран ном нодан ба Гавгази одамон. Хачик вотедан ба Эрманион, азик вотедан ба Азербайджанжон. Шык бахадо ки эса хани ба чама толышон авон азик вотеданин. Ама бешамон чавон рестау. Эса урусон амани зенедан де чама эштаноми, яне бана толыши газина. Хаманио масала бамадай ни ки азикон чокиня бевач. Масала бавадай ки авон азик вотеада назарада гатедан тыркон. Ама ки тырк нимон. Ама иронжа халгимон. Чоке ки урусонан сараседанами. Хаман тэм мни чок сарас лейла додо. Америкада ба хар гла сипя одами, англосакси, французи, фарси, эрмани я толыши, вотедан Гавгазыш. Яне сипя ирги нмойонда. Аве вотедам ки Гавгазыш бе, ба хич ки вона додани ки мах бка амани. Эсан бой бунамон урусон кин. Че халгэ? Сыфта ами бывотым ки, джо империя халгон ку, урусон фарх бамадай ки, авон мастамлака гата халгнин. Авон ком замини бгатон, де йола саха додан бахамо халгон, ышта хесты байон. Авон ышта гатым карда заминонада, хич гла халгышон марум кардани чай этник заминон ку, фарханги ку, иян джо чион ку. Аксина, эшта фархангиян додан бавон. Аксина, авон сохтедан бо хамон халгон идора тасисотон ки, авон эштан идора бакан эштани. Глай мисал биян бота. И хазо нафса нун замина сори, ама мазде урусон комаги сохтамоне бошта Могони Совети Республика. Урусон малума вахти ку жиедабин Могонада. Толуши габжайдабин, хурмат кардедабин бачама халги, бачай звони, фарханги, дини, мазхаби, адат ананон, хар джура кома кардедабин бачама халги. Хич дышменати кардеданабин деяма. Амма чокнаки авонышон тожние чио, тыркон эмайн омайн баданьо, ныштин чавон каунада, мрдолышон карде чама мгон, махрумышон карде чама халх, хар чийку. Албахол вотышоне ки хич маса мгон тырки замине. Халбу ки а тыркон пешча урусон омабин бзамин. Халбата амачок зенедамон уруси хукмати ио карда сахвон. Масалан, коммунистон вахтада авон ио сохтышоне песохта Азербайджани Республика. Миона Азияда сохтышоне джур ба джура тырка довлатон ки тарихада хич вахти баанин бинавон. Интаси деми дагиш бедани чмы ба урусон дуа гыймат. Урусон мстамлака корнин бана инглисон, французон газина. Урусон длужа халгин. Авон ышта охуна тикан дой хозен баудами. Интаси виша бе шагол бедани. Урусон дладан хастин кали но покон ки пио сару дия кардедан ба джо халгон. Амма жалавонун ку хич урусон ыштанан хошишон омедани. Хдо базне ком халги ку кардан авон по уруспан. Чама динон джо-джо бабонан, амма ве хосятонада мандедамон ба урусон. Ян ки авон мандедам бама. Чама халги вейни джафари шионин.
Çok çok iyi fik bedoş şiati ve neze ba pravoslavati. Bu arada az ogatem neznayışta damabi. Mamu, oha mümkün ne bakoye. Amun jojo dinonin ho. Sipiriş damabe. Çıma bala. Az votedanim şiati de pravoslavati igladine. Ne halbatta. Çıma votayave ki ve okşara cahadon hısın çıdıgla halgi mentalite dada. Masalan ba mğaddason parastişi pegatamon. Urusonan bana bama parastiş kardedan ba mğaddasa odamon iyan tıbon. Ave az votedam ki uruson dustin deyama, çama mtafiğin, çama barda ozudi cangada. Rusya yan İran dıgla sivilizasya gütbeki dı tarafo egerd gataşone toluşon. Çavon har dinanan dustin yan mtafiğin de toluşon. Ami hiç yodo bemaka. Çama azizon. İjan ogatem neznayıştan, damabim. Mamule, şuma hejo gab jaydaşon Rusyaku, Urusonku. Baz ama kimon bo Uruson? Sipirişi bğa sıratış karde, çayo votuşe. Ama de Uruson mğoysada kamiya xağ bubomonan, çama bo Uruson ahamiyat, hiç kam ni çavun bu ama ba ahamiyat isa. Te çok fik bedoş. Baba da bazneş ki esa amaç uruson an yola mataf firimon haymi gavgazada. Ama pardimon çı uruson iyan mısılmoni dinyo. İroni miyonada. Te kayandırast bu votomon çama kobasoni toluşon çı Rusya gıla zarran mısılmonon dilada. Hejo ınvaz kardıda ki Türkon ne piyoşon ne ama. Avon hammaysa çok zinedan imi. Ave hejo ba dost poçan ki bıjanın çama de uruson ara. Çıma aziz giremiyon. Bu vrada sipirişi saş karde ışta sıxan. Çayo votuşe bama ışta yola dost çama yola şair Ali Nasiri im sıxanon. Ama jimon kardedamon çı dinyo iyan bandon miyonada. Bandon çama pıan, dıyoan çama moa. Çama hama ruyon bandon omedan, emadan ba dinyo. Avon doştedan çama zamini. Ama perosnedamon bırz. Çama pa doda bama jivo, moan doda moy. Ama plo hardedamon deyavon. Çama rağrişa irone. Çama kalla iyan çama orzuyon bandin ba Rusya. Avhaniyan barz bakamani. Azamatin bakamani. Çuma xosa bıyon iyan hovun. Vindedaşon çı acab voteda çama yola şair. Bıjı çama xosa toluşa xalq. Bıjı sabah soja toluston. Bıjı tolustoni milli televiziya. Çama pelen bir laf çok e. Açı katod rang bedan ge. Çama pelen bir laf çok e. Açı katod rang bedan ge. Deli arzu bıraksın. Bu dünyada hem üçte
شمم بی به خو آبش تا پرم دیم و ده بوی به مشمم بی به خو و دنیا ده همه چکه کینو تشت دلی آرزو برد و دنیا ده همه چکه کینو تشت دلی آرزو Amnesty International. Azerbaijani hukumati referendum avada ba tashviqoti kompaniyash pegordanya ba mulki jamiyati vayna jazo amaliyot. Deba Azerbaijani konstitutsiya nazarada gataba dagishyon aloghodur Tars Larzon Habson Ian Taghibon bo sentyabra mangi visert shashada nazarada gataba referendumi asos nishonan. Ba khada nvshtashone ch Amnesty International tashkiloti hisobotada. Azerbaijani hukumat choknalozime reoyat kardanine insoni hakhon sahada bashtagi pegata edamonon. Haman ba har kasi az jumla duanine ba avoni tanghat kardakason ishtan nazari sarbast ifoda karde imkoni. Bayonash karda Denis Krivosheyevi. Ozerbaijanada hozan tabakan Ukrayniku pesh chavon dashtikon navkona vazir Vladimir Ogreskov ta Avropa sabeta Ermanistonada sxani ba peshta. Ba navshe ian bohrani ehdao omero Avropa javob doanine ba parsi. Konjo binobeda ian konjo sabeda av. Ba khada bayonish karda shtaba obazrevatsiya jurnali sharhonada che Ukraina dashtikon navkona vazir Vladimir Ogreskov. Ба Авропа да бехталукати иан амагдошати сохтемон дашедан а мамлакатон ки авон жиедан гирджо цивилизация маконада. Амма авони дафрсанедан ба чарчива ки авон норохат хис кардедан штани. Ба жиго глай парси джавоб дойро ки ды сесори ба пешта чокна бабе Авропа итфог, сафта сараселозиме ки Авропа штан чокна бабе. ЧМ Назаро Авропа Сабеда де Украина, Беларуси, Молдова, Гирджистони иан Ерманистони.
بوتاش دیپلماتی چای سخانی کوجی گو معلوم بده کی ام مملکتون آیندا دا ای به بازنن یان پبارسن دیاند گلای زوماندا گیوسیوسی سوبستانسیا دا غید بکامون کی آذربایجانی اوروپا حساب نکرده اوکراینا دیپلماتی همان نافکونا نظری دو ام بایانوت آذربایجانی مطبوعاتا دا با یولا نوروزاتی توش اوما اون جیگو گلای پارس دادن آذربایجان حالا وی دوست حساب بکا اوکراینا دولتی. آذربایجان دا پنسیا ساکاسون ماندین به پول. آذربایجان دا کپیتال بانکی بانکوموتونو پول بکرده مشکول با. حق ناس خبر داده که پروبلم بماده که بانکوموتونو پولون بکرده زناکاسون اساساً پنسیونرونین. چون چکو چاون وینی اشتا پولون سایده ماز به بانکی کارتونه دا. رایون مسالونا دا پنسیونرون حتو روشونان دا باسته اتیروزی غزینا. پنسیونرون اشتا پنسیا سای نز نسابا بماده که سوسیال مدوفیا فوندی پولونش دی اووشتنیا. ساون همان خبر داده که ام همان الگودور بازنبه و اومده منوتی توجا دیوالواسیا حقادا با شایون الگودور. اوروپا اتفاقی مملکتون این امریکای باشتاتون سادوشون کرده سوریه ده با تروریست دستون که امکدوشتی نکنده جاپا انوسرا. اوروپا اتفاقی داشتی کن وزارتون یولون همچنین چه اوروپا شورا دیپلوماتیا یول فدریکا موگرینی این امریکای باشتاتون دولتی کتیب جون کری سادوشون کرده سوریه ده با دستون که سابکنده تروریست دست جاپا انوسرا اشتا الوغون. با خدا خباشون دوا ای باشتاتون تشکیلوتی سر اسامبلیا اجلاسی شموندا خبردادا ریانوویسی اما همان تصدیق کرده دمون عمومی رای که ژاپن نصره چه الغایدا سوریه ده با گلای کاش تروریست ها ساختمانه همان بشری همای دشمنه ژاپن نصره رد کرده ده سوریه ده شا دینجی پروسسی ایان چای اینکلوزیو دموکراتیکا آینده اما صدو کرده دامون سوریه دا جنگ کرده همه سیلوهی نداستون سبکن دیای امکدوشتی. غید کرده دان چه ماسیسون یولون. امریکا دولتی دپارتمنتی پیولو کرده بایانوتا دا. مطبوط ایلهام علیف دستی بحرانی این غربی تزیغی نتیجه دا مجبوره که اشتانی با تمیز بکا اوروپا اتفاقی نباده. آذربایجانی پریزیدنت ایلهام علیف ده اوروپا اتفاق آذربایجان نماده پارلمنتی امکدوشتی کمیته سپتامبری ویست دا با بوکو اومان نمایونده هیئت ملاقات دا نطقی همه حصر بابه با گردنکشان حبسی چون مملکتو توجنیه این چه ملکی جمعیتی جو پروبلمون الگودور اشتانی با تمیز بکرده. با خدا خبر داده توران. ملاقاتی ها خدا حسابات چه پریزیدنتی ادمینیستراسیا پیولوش کرده آنانوی غایده ده زومانده موقعه. گیران با جیگو نتیجه بومون که چه اوروپا دپوتاتون گپشون جا ده پریزیدنتی آذربایجان ده با سیاسی وضعیت یان اوروپا اتفاقی بای نگاتیو مناسباتی سهده هنیان وی جدی مسالون ها خدا. غید کرده ده توران. موسکو دا داورده آنتی گلوبالیستون دمینا کنفرانس. چه روسیا آنتی گلوبالیستون حرکتی زینا موسکو داوانیاشه ملتون دیالوگ. خلقون اشتا مغدوراتی تاین کرده حقوق این وی غوت بینا دنیو سخته نومده دمینا بین الخلق کنفرانس. کنفرانس داورده ریتز کارلتون موسکو هتل دا. تخاسو، کالیفورنیاو، هوای، کرالاتیو، پورتو ریکاو، ایرلندیاو، کاتالونیاو، غربی سخراو، دونسک این لوگانسکو باندی غرابوغو. تلشی ملی حرکتی نومو کنفرانس تا اشتیروکشون کرده روسیا تلشون دیاسپورا پریزیدنت اسماعیل شابانوی تلشی اوجی حرکتی سردور فخردین ابوزودا این تلش پریس ارگ اگنتاتی سرردکتور کهین میرزالی زودا. تلشی ملی حرکتی نومو کنفرانس تا فخردین ابوزودا ماروزش کرده. Уважаемые друзья, соратники, товарищи, позвольте от имени антиглобалистского движения России приветствовать всех участников сегодняшней конференции и выразить вам свое искреннее почтение и уважение.
Мы уже во второй раз собираемся в Москве на правозащитную конференцию «Диалог наций» по народу на самоопределении по строительным и полям мира. Как и в прошлом году, наше мероприятие совпадает с заседанием Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, к которому мы будем обращаться в нашем итоговом документе. В основу нашей работы ложатся нормы международного права как гаранта глобальной и региональной стабильности. Именно борьба за соблюдение прав человека является неотъемлемой частью деятельности национального освободительного движения. Я прошу тебя простить, как будто птицу в небо пустить. Я прошу тебя прости сегодня раз и навсегда. Я люблю, сказал мне ты, и это слышали в саду цветы. Я прощу, а вдруг цветы простить не смогут никогда. А память священна, как облеск высокого огня прощения. Как будто песню в небо отпустить. Я могу тебя простить сегодня раз и навсегда. И вчера сказала да, и это слышала в реке вода. Я прощу, а вдруг река простить не сможет никогда. Высокого огня прощения, прощения тебе проси не у меня. Я прошу тебя простить, как будто птицу в небо отпустить. Я прошу тебя простить сегодня раз и навсегда. Шали в саду цветы, я прощу, а вдруг цветы простить не смогут никогда. А память священна, как отблеск высокого огня прощения, прощения тебе проси не у меня. Высокого огня прощения, прощения тебе проси не у меня. Здравствуйте! Сегодня наша беседа будет посвящена теории происхождения индоевропейцев и их миграции в Иран, согласно профессору Грантовскому. Выдающийся востоковед и исследователь истории древнего мира профессор Эдвин Арвидович Грантовский много занимался происхождением индоевропейцев и путями появления в Иране этих народностей и древности. Он исследовал далекое прошлое иранских народов – луров, медийцев, сагартиев, белуджей, талышей, гилянцев. Он приходил к выводу о том, что миграция иранских племен на территорию современного Ирана
не были завоеванием чужих территорий, а скорее нужно говорить об освоении и колонизации малонаселенных областей иранского плоскогорья во втором тысячелетии до нашей эры, то есть около 4000 лет назад. Местные, автохтонные, коренные жители иранских областей при этом продвижении и иранской колонизации не истреблялись. Они как бы мягко ассимилировались иранцами. Коренное население иранской территории имело множество городов и крепостей. Иранцы нигде их не уничтожали, а язык местных жителей вскоре стал заменяться общим для всех языком иранцев. И коренное население, и пришлые индоевропейские иранские племена стали пользоваться персидским языком. Этот язык стал играть роль межплеменной коммуникации. Он выполнял роль коммуникативных связей. Иранцы усваивали многие приемы, способы хозяйствования, ремесла, торговли, земледелия и ирригационных сооружений, каналов и кьяризов на освоенные ими обширные территории от Месопотамии до гор афганского Гиндукуша. Исследуя ассирийские и урартские тексты, профессор Эдвин Грантовский приходит к выводу о том, что ассирийцы не знали восточного Ирана и далее области Мазендарана никогда на восток не углублялись. Он также считал, что урарты хорошо знали все области вокруг озера Урмия и на юг до самого Хамадана, древнего города Экбатаны. Но эти его мысли верны для периода примерно с 8-9 века до нашей эры, когда иранские племена активно осваивают территорию древнего Ирана. Он видел большое сходство в языках медян, персов, парфян, саков иранского плоскогорья. И это сходство, по его мнению, сложилось еще в древней прародине индоевропейцев на севере. Вместе с тем следует отметить, что профессор Грантовский отмечал, что достоверно иранские имена и названия в топонимике доподлинно проглядывают в Западном Иране только с периода 9 века до нашей эры. А в Восточном Иране еще позже, только с 5 века до нашей эры. Это дало ему основание заявить, что движение племен индоевропейцев-иранцев имело место с запада на восток. Он имел в виду переселение иранских племен не ранее 12-13 века до нашей эры через Кавказ. А конкретно он считал, что движение иранских племен происходило по территории Дагестана вдоль побережья Каспийского моря и до самого иранского плоскогорья. По мнению Грантовского, миграции иранских племен происходили по западному берегу Каспийского моря. Языки нахско-дагестанских народов, на его взгляд, могут являться косвенным подтверждением именно этого пути переселения иранцев. Это попутное расселение части индоевропейцев по пути продвижения на юг, на Иранское Нагорье. Грантовский предполагал, что и талыши, и гилянцы – потомки древнейших иранских племен индоевропейцев, которые осели в
процессе продвижения иранских племен на юг, в прибрежных районах Каспийского моря, не ранее 9-8 века до нашей эры. Этническая история индоевропейцев, и в том числе иранских племен, весьма разноречива сегодня в силу скудности источников и недостатка археологического и антропологического материала. Мы знаем, что наряду с теорией движения индоевропейцев с севера на юг через Кавказ есть еще и теория Гамкрылидзе Иванова о миграции индоевропейцев из Малой Азии с Армянского Нагорья на запад, на Балканы и в Европу. Есть также теория западных авторов о том, что изначально индоевропейские племена иранцев жили в Северной Индии и оттуда через Афганистан и Восточный Иран происходила их миграция на запад по всей территории древнего Ирана. Однако две последние теории, на мой взгляд, слабо доказываются археологическим материалом. Скорее можно говорить, что на сегодня раскопано археологами в сочетании с анализом текстов Авесты и лингвистическим материалом языка скифов топонимики по пути продвижения иранских племен с территории от Дона и Волги и до Урала говорит нам больше в пользу первой теории, теории Грантовского. В языке современных талышей и гилянцев, так же, как и во многих языках нахской, дагестанской группы языков, Грантовский видел элементы субстратных древних местных доиранских языков, которые в незначительном количестве сохранились до наших дней. Гидронимические топонимы на территории Восточной Европы древнейшего периода, то есть мы имеем в виду названия рек и озер, позволяют провести границу расселения здесь индоевропейцев примерно до территории финно-угорских народов – мордвы, мери, коми, удмуртов. Значит, на севере, как и на востоке, в предуральских районах, границы расселения древних финно-угров во втором тысячелетии до нашей эры могут служить границей распространения индоевропейских племен, в том числе, в первую очередь, иранских племен. Таким образом, при ближайшем рассмотрении индоевропейская прародина ограничивается известными сегодня в науке данными территорией от верховьев Днепра и Дона до берегов Черного и Каспийского морей на юге с Кавказским хребтом, а на востоке предгорьями Уральских гор. Сравнительно исторический метод исследования, вот уже почти 200 лет применяемый лингвистами, дает основание также для таких выводов. Большинство современных лингвистов приходят к выводу о том, что в конце второго тысячелетия до нашей эры начался распад индоевропейского единства, и языки различных племен стали отделяться друг от друга, что стало особенно хорошо заметно в 9-8 веке до нашей эры. Этот процесс называется сепарацией. И Грантовский считал, что сепарация медийского, сагартийского, персидского и других иранских языков и диалектов произошла именно в это время. Названия животных, растений, деревьев, которые приводятся в Авесте, в древнеиранском варианте, имеют часто общеевропейские корни. Баран, шерсть, коза, корова,
конь, лошадь, мясо, молоко, зерно, пшеница, холм, береза, дуб, граб, тис, лев, медведь, волк, змея, рыба, краб. Все эти слова во всех индоевропейских языках имеют сходное звучание и сходный корень. По мнению профессора Грантовского, историческая лингвистическая реконструкция терминов и слов из индоевропейских языков иранских народов позволяет локализовать индоевропейскую прародину именно в южной части Восточной Европы. Специалисты по изучению древних религий отмечают, что у древнеиранских племен не было обозначения жрецов и жертвоприношений, а Бог обозначался как природные силы – луна, солнце, гром, молния, ураган. Мы знаем, что у древних албанских племен до принятия христианства боги обозначались как олицетворение луны и солнца. А у предков талышей, татов и гилянцев, народа Азари, вплоть до принятия ислама, сохраняются верования в природные силы, как воплощение божества. А в некоторых народных преданиях талышей и гилянцев до сих пор можно услышать пережитки такого рода верований в природные божества. Это, видимо, нужно признать, что является следами, оставшимися от древних иранских культов. Грантовский допускал также, что в области Парсуа, Фарси, даже в VI веке, когда образовалось государство Ахеменидов, было много неперсидского элемента, в частности в языке, а местного автохтонного происхождения он считает большинство топонимов этой местности. Однако уже с 8 века персидский язык начинает преобладать в области Фарса. Об этом говорят топонимы Парсуа, явно не персидского и не индоевропейского происхождения. Но господствующий класс и большинство населения уже пользовалось персидским языком. Ассирийский, вавилонский, эламские племена на юг от Фарса и Шираза, по мнению многих ученых, касситы, которые жили чуть севернее, приняли добровольно персидский язык и превратились в племена луров. А предки талышей, кадусы, приняв персидский язык в мусульманский период, превратились в талышей. При этом, по мнению Грантовского, переняв другой язык, племена аборигенов меняли и свой внешний облик, доминирующий характер хозяйственной деятельности, а иногда и районы своего расселения. Происходило перемещение в соседние районы или в новые места уже под покровом персидского языка и культуры. Мобилизующую роль иранских племен профессор Грантовский видел в том, что они сплачивали местные племена до иранского периода, создавали союзы и конфедерации во главе с иранцами, но вели их на освоение и колонизацию, как языковую, так и хозяйственную, так и культурную. Ведь в источниках почти нет фактов сопротивления, восстаний, войн коренных жителей иранского Нагорья с распространением и утверждением иранского этнического элемента. В целом, анализируя взгляды различных ученых, Грантовский пришел к выводу о том, что проблема миграции иранских племен индоевропейцев в Иран пока еще далека от своего окончательного решения. У различных ученых
имеются прямо противоположные взгляды, диаметрально противостоящие друг другу по поводу этой проблемы. Причем профессор Грантовский отметил, что чаще всего сторонники или противники одной из теорий, как правило, используют в спорах один и тот же материал источников, но совершенно по-разному трактуют их содержание. Во всех случаях данные лингвистики по распространению персидского языка Грантовский считал главным аргументом в решении этого вопроса. Спасибо за внимание. چه گزندم اوه سوری ای تیبل اشت چشم صفه به نیهونی چشی او شکل اشت چشم بچه میجه چخ نبه بنبینده دلم تبه بچه میجه چخ نبه توکیا شبه شوهم دل اشتو چشم گفتم غصبی توکیا شبه شوهم دل اشتو چشم اشیو چشم اشیو چشم چه قشنگین اشیو چشم اشیو چشم اشیو چشم چه قشنگین اشیو چشم Մավոժի շմա բասրեշոն, չմամ ռուժնագապի սարլով հահանդադա։ Չիչ բավոթե բու բամա սուքի հախադա լելադոդով, յաղն բա դու մոտ շիշոն շմա։ Սուքիյանի, չայ չիչ հախադա գավշայ բաբե։ Հա չմա ազիզ գիրամիոն, հալ բատա սուք հեժո սուք է, ինդ հասի բավադա աննա մարաղինա մասալոն հսինքի, հիչ բա վեի օդամի աղլան օմեդանի։ Ավե թադի մագաթան շմա սավհադաշոն։ Սուք սոյ պարանդաբուան յոլա մադանի մոլյաթը շստե։ Ղադիմյոնադա կալի խալղոն հատո բեյատ վարդեդաբին բա սուքի։ Կալի խալղոն ժիգո հիսոպ կարդեդաբինքի սուք բա խդոն էզա պարանդայ է։ Համ շարղադա համան ղարբադա չջո ջո խալղոն դինի այինոն թարքիբի հիսա բա սուք։ Խադիմա իրոնադա բա սուքի ոտեդապին խրավուսա։ Չմի մանոմ է խաբադա, ջարակա, էլոնակա։ Ավեստադա ավ բամա մալում է թաղրիբան հեժո դա նումի, բանա խրավուսա ղազինա։ Միոնա վարսի զվոնադա բա սուքի ոտեդապին խրոս։ Նույա վարսի զվոնադա իյան վեյնա ջո իրոնի դիալեկտոնադա բա սուքի ոտեդաբին խուրոս։ Թոլշոն սուք ոտեդան բայ, ամմա բաչայ գադա գլա ոտեդան սուքոլա։ Դլա մողոյիսա բվոտմքի բա մվի նիա գլա ամա ոտեդամոն սուքո։
چکنجو اومده امسخان چما زوانده. بوچی اما بناجو ایرانی خالغون و ته غازینا و ته دانیمون با سوکی. چما خوزتولشون. یادو به مکان کی چما خالغ تارخان جیا کسپی دیو کانواده. چانده رویون، گولون، زمرخون یعنی اووی رسورسون هستین به زمینونه ده. ماس آوون سبابان کی اما امروش با موی نیا گلا کی وته دامون سوکو آ نومون نوا با سوکی. امیان باشما بوتم کی چما سخان سوک با امال اما قدیما ایرانی سخان سیکا کو. سوختی زوانادا مازاندارونی این گلکی زوانادا جیگو ووتیدن با واشیانا بیلی. شرغدا حقیقتان بوا کردیدن که سوک نهاندو روش اونی بابه. همان جیگو زندن که سوک خصوصا بو جوانون بختواراتی اواند وردیدا. لب قدیما وقتون که ایرانی خالغون جیگوان زندن. کلی بلوجا توبیون مثلا دیتو با امروژ نروژی سوک مغدسا پرندهی هرومه چای گوشدی هرده. همان سیپیا سوکی اوون ملک حساب کرده دن. ام ملک خواندی کرده دا اودامون. اووند ورده دا بو خیزونی. اوه کشته ابنیای. هم ایرانی خالغون آنانونه دا همان کالی جو خالغون کو سوکی گلایان مهوما خوصیتمه که سوکی هستش اپوتروپیک مولیت. یعنی جنون نیز اومز ندانین با سوکی با ورا. قدیما ایرانه دا مغادا زنه دا بین سوکی. جیگو حساب کرده دا بین که اوون چه و تماساتی این غایده قانونی خدو سراوشی پرندهی. بای نوکو و ته دا بین سراوشا. پیش پیشونی و تدان سروش. امی بوتم که موجی ایرانی خالغون آنانون تاثیرشون هسته با اسلامینا. اسلامادان جیگو حساب کرده دن که سوکی هستش آلهی اتریبوتون. ایو جیگو بوا هسته که پیغمبر محمد صلوات اللهی وی پیداش به سیپیا سوک. ای اوگاته دا به اشتاکه دا. شخصا خدمت کرده دا به بای. امیان ووته دن که ویشتا دا چه خدو تختی تونو جیه دا گلای آنهو را سیپیا سوک مالک. از سوک هر روش چاسای هنده دا. چایو هنده دن دنیا دا با همه سوکون. دمیان صدو کرده دن مومینون با نموش. خچ پرستون که جیگو بوا هسته که سوک ایمینا جونینا مخلوقه که ایمینا کرا جارش کشا ویفله مادا ایسا علیه سالومی با دنیو اومه خبا. اوزیک اوما دسخانون کریستوس ناتوس است. چا وقتی کویان میلادی ایدی شوی همه سوکون گاو با گاو دودن ایجاما هنده دن. سیپیا سوکی آینی کالی ماندایون هستین چه ارمانیون بووندا. ایو ووتا بدا کی گیرم ادام بویندو سیپیا سوکی هشی نشه وقتی وچا ویشادا چایو الباهول خچ بکاشو سوک اوباگارده با ای کویا غزل ایان لال جواهیروت. با سوکی آید ارتفاکتون مهوما وراشون هسته با جو جو خالغون آید ماگون ایان جندورون اکسسوارون دلادا. این تاسی اوون باش گاته دان سیو سوکی. چای خون لالاگون ایان تک بو اوفسین کرده رو ان وجیبا مگیا و سیتون حساب بدن. ملخص چما عزیزا بیانیان هوون. ایسا ویندونه کی چیچون هستین سوکه دا. گلای ازامات ایان هریزما هسته به پرانده دا. ها چوکه یودم بینش صوفی فلسفه دا سوک چه خشمی احتیروسی غلبه ازمی با صویباتی تجسومه. اما بیلی و تماساتی پاسیواتی باشتا اغولی طبیعتی تجسومه. اما چما سوک چانا اولودون ببو با واشانا بیلی سوکی نوم چاوانان ببو دمیان جیگو سوک گرد فارغینه بیلی کو.
чамасук джангджуе, джангталабе, ав хежо хамрагеки гали бо иан сой бешу ба харчи. Джо джур назниан бе, чумчко чаматолуша халгику ба суки символика джанги нишонае, галаба нишонае. Шмани хаммай ба галаба садо кардедам, чума азизат холушон. Хдо бахтавар бака шмани, чама джами халги. Thank you.
kollan kar Hejt mi çaşar Hejt mi farhang Hejt mantori No melan kar Ve açına bin Kalan karallan kollan kar No melan kar Ve açına bin Kalan karallan kollan kar Пожи, пожи, тоже пойдет.